Вопрос, который волнует сейчас, пожалуй, многих родителей. Как собрать ребенка в школу? Где купить все необходимое и уложиться при этом в бюджет? Ответ подскажет Наталья Цыку. Тетради, ручки, карандаши, обязательно дневник. В списке школьных покупок пунктов много. А ведь нужны не только канцелярские товары, но и форма, обувь, рюкзак. Где искать? Рыночные цены кусаются. Костюм «Тройка» для первоклашки от 500 до 800 рублей. Посмотрим, что предлагают специализированные магазины. Тетради стоят от рубль 0,5 на 12 листов до рубль 27. На 24 листа уже немножко дороже, и 48, 96, 60 листов. Где-то до 8,49 рублей будет стоить тетрадь, самая дорогая. Тонкие тетради, кстати, изготовлены бендерской типографией. Белый лист, мягкая обложка. Остальное – производство Украины, России, Чехии. Качество вопросов не вызывает. Здесь даже рюкзаки одобрены российским Минздравом. Тут они все ортопедические. Твердая спинка, каркасная основа. Широкий, большой, хороший рюкзак. Много отделений. Все рюкзаки оснащены светоотражателями. Гарантия на покупку 2-3 года. Еще и скидка есть 10%. Действует она, кстати, до 1 сентября. Иногда продлевают до 15 и распространяется на весь ассортимент. Собираю дочку во второй класс. Удобно то, что все можно купить в одном месте. Не надо особо никуда бегать. Плюс цены приемлемые. Демократичная ценовая политика и в этом магазине. Здесь школьная форма. У нас есть юбочка для девочки, модницы. Но есть и школьная форма. Для мальчиков мы предлагаем костюм, который состоит из брючек и пиджака. Цены доступные от 400 рублей. Двоечка. Вот такая троечка темного цвета стоит 415 рублей. В комплект входит пиджак, брючки и жилетка. Сорочки от 60 до 125 рублей. Сарафан для девочки от 50 до 150 рублей. Выбор широкий. Есть и экспериментальные модели. Самые любимые сейчас уже на протяжении многих лет. Юбка в круговую складку, клетка. Тут использованы качественные ткани джерси, типа твидов, джерси. Сарафанчики, которые дополняются у нас аксессуарами, галстуками, кепи. Кроме того, дизайнеры предлагают использовать шевроны, уникальные для каждой школы. Удобные и функциональные поло, пиджаки, бомберы. Платья выполнены из натуральных тканей, а значит, отвечают санитарно-гигиеническим нормам. На фабрике говорят, что попало, дети не наденут и не обуют. Конечно, для школы нужно выбирать особенную обувь, удобную, чтобы можно было ходить весь год и не менять. К началу учебного года только для мальчиков бендерская фабрика «Флуари» выпустила 12 новых моделей школьных туфель. Есть среди новинок и спортивный ассортимент. Обувь изготовлена только из натуральных материалов, как верха, так и подкладки. Очень прочные подноски и задники с эффектом пинг-понга. Потому что мы выпускаем обувь строго по ГОСТам и по тех условиям. Цена осталась в размерах прошлого года, даже несмотря с ростом курса доллара. У нас вот он порядка 350-320 рублей. Приобрели мы здесь для внука две пары для школы. Приобрели для внучки, она в садик у нас ходит, две пары. Туфельки, ботиночки купили. Сын купил себе две пары. Высокое качество, низкие цены, а главное – продукция отечественного производства. Собрать ребенка в школу можно не только уложившись в бюджет, но и, так сказать, с гарантией. Наталья Цыку, Ирина Полесика, Салават Шахулисламов и Алексей Двоенкин. Первый Приднестровский телеканал.